имеется существенная задолженность за природный газ. Она выросла примерно на 200 миллионов по сравнению с прошлым годом. Но в этой ситуации очень серьезно отличились. Это город Рыбинск, больше 200 миллионов задолженность. Переславский, город Переславль, 88 миллионов задолженность. Но наша компания ЕГК. Правительство Молодости приняли определенные шаги по выделению субсидий на теплоснабжение. 246 миллионов стали с сегодняшнего дня поступать в муниципальные районы. И учитывая то, что новогодние праздники будут достаточно длинными, с 1 по 8 число, чтобы руководители муниципальных районов организовали дежурство ответственных по муниципальным районам, проверили укомплектованность аварийных бригад необходимым оборудованием, силами, средствами и транспортными, также взять под особый контроль наличие топливных и энергетических ресурсов на прохождение этого периода, обеспечение транспорта для передвижения общественного, а также обеспечить бесперебойное функционирование объектов социальной сферы, ну и связанные с этим поставки ресурсов.